Привет всем, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам представить орхидею Алисиара Renaissance White и показать ее цветение. Алисиара – это гибрид трех видов орхидей. Это здесь входит у нас Анцидиум, Мельтония и Брассия. И вот с этих родителей получилось такое шикарное растение, которое называется алисиара. Алисиар на самом деле очень много тоже, их больше 100 всяких вот этих вот гибридов и видов. И вот у меня вот такой шикарный представитель с таким шикарным цветением. Цветочки вы его видите? Вот такие вот звездочки. Эти звездочки довольно-таки крупные, я их, естественно же, померила. Они 10 сантиметров, то есть можно по диагонали или по вертикали, все равно как мерить, она 10 сантиметров. Вот такая правильная, очень правильная форма звезды. И на первый взгляд может показаться, что вот эти вот цветочки, они такие, ну, тоненькие, что ли, но на самом деле это не так. Сам цветок очень плотный, прям такой он как восковый восковичок. И тоже очень красивая расцветка. С одной стороны она и спокойная, такого бежево-лимонного такого цвета, наверное. А с другой стороны также яркая, благодаря вот этим вот полосочкам, коричнево-красным полосочкам. Она интересно смотрится в интерьере, то есть и спокойная, и в то же время интересная. У меня она цветет на 2 цветоноса, каждый цветонос имеет по 4 цветка, то есть в основном в общей сложности их 8, и ну очень красиво смотрится, то есть вы сами видите, да, что растение очень красиво. И у него еще очень большой плюс в том, что оно пахнет. Пахнет очень приятно, такой какой-то запах цветов, парфюма очень вкусного. То есть, ну, хорошо пахнет, особенно когда попадает солнышко на него, соответственно, запах становится интенсивнее. Я считаю, что камбрии, то есть, ну, как-то немножко недооцененные растения, я буду называть просто камбрия, наверное, потому что в продаже они в основном, если покупать в магазинах, они вот именно идут под этим названием. Вот, мы все, конечно, знаем, что камбрия – это одна камбрия, это не вторая камбрия, то есть это все гибриды, в них намешано куча всяких разных растений, всяких видов, всяких подвидов, но они, мне кажется, любителями немножечко недооценены. Уж не знаю почему, то есть если вы ищете какую-то информацию, допустим, в интернете про фаленопсисы, про котлеи, про ванды, ну, куча всякой информации, да, а вот если по камбриям смотреть информацию, то все как-то, не знаю, как-то так однотипно, одинаковые всякие, ну, рекомендации, как их содержать, как их поливать, как они цветут, и как-то, ну, все одинаково. На самом деле это не так. На самом деле это вообще абсолютно не так. Каждое растение, даже если это алисиара или бурагиара, если вы купите две разных алисиары, за ними будет два разных подхода для ухода. Также, если вы купите две разные бурагиары, то, скорее всего, также подход к этим двум растениям будет абсолютно другой. И я своими видео хочу немножко просто рассказать об этих растениях, рассказать об этом уходе. Может быть, кому-то они понравятся. Ну вот посмотрите, какая она, ну вот посмотрите, какая красотка, да. Большие крупные цветы. Цветет пышно. Будет цвести тоже долго. Она будет цвести около 2 месяцев. Это не то, что расцвела и сразу же завяла. Около 2 месяцев вы вот будете наслаждаться вот такой вот шикарной красотой. То есть, ну, просто супер. Причем также расцветки, формы у них и запахи у них также у всех абсолютно разные. То есть присмотритесь к этому растению. Я расскажу немножечко об уходе вот именно этой алисиары, как я за ней ухаживаю. Вообще, я вывела для себя такое золотое правило. Когда я приношу вот эти вот камбрии, да, с этим вот таким вот названием непонятным общим, либо даже если я знаю, что это алисиара, потому что я ее купила в каком-то магазине, который прописывает название, да, где-то заказала, уход я стараюсь делать всегда для них сначала умеренный. То есть умеренный во всем. Умеренный в поливе, умеренный в температуре, умеренный в солнце, в удобрениях полностью во всем. Потому что, и потом уже смотрю,
Если эта умеренность этой орхидеи нравится, то она также у меня и остается. А если я смотрю, что ага, именно вот этой вот как бы солнышко маловато, либо поливы надо участить, то есть только потом я это делаю, а не сразу же смотрю, ага, камбри любят, или там алисиары любят то и то и то, и так и действую. Нет, потому что если вы будете действовать именно по этим общим рекомендациям, скорее всего, вы свое растение потеряете. Итак, вот именно про это растение, где оно у меня стоит, как оно у меня поливается и все остальное. Вот именно эта алисиара любит умеренность. Умеренность в поливе. Поливы она частые или наоборот просушки не любит. То есть должно быть вот раз в недельку, по чуть-чуть вы ее поливаете, ей вполне это достаточно. Ее не надо как-то там просушивать, пересушивать, поливать, стимулировать. Нет, вот умеренный полив на протяжении всего года, и она будет у вас прекрасно расти. Я заметила, что вот эта алисиара любит немножко пониженные температуры. То есть летом она хорошо переносит где-то 25 градусов. Да, когда выше по ней видно, ей плохо. А зимой она прекрасно себя чувствует. Сейчас вот он у меня стоит в комнате, где температура 17-19 градусов. Ей вполне это достаточно для цветения, для развития. И цветочки будут держаться у нее дольше, когда немножко попрохладнее. То есть она такая не совсем теплолюбивое растение, да, такого умеренного климата, можно сказать. И также свет. Свет вот именно этому растению, это вот, наверное, про всех вот любителей растений, потому что мы все стараемся, нам нужно, в основном все растения любят много света, да, и надо вот свет, у нас постоянно нет мест, где вот солнечные окна, южные окна, юго-западные, юго-восточные, все забито, да. Это растение этому не надо. Она себя чувствует прекрасно в хорошей такой светлой полутени. Она стоит у меня, она у меня уже год, это растение, и оно у меня все вот это время простояло на восточном окне. Причем не вот на самом, прям вот так, восточном, да, вот окне, а немножко в углу. То есть, да, туда попадает, естественно, солнце, попадает солнечный свет. Солнце через окно попадает буквально, может быть, на час, максимум на два. А все остальное, ну, просто светло, да. И вот это абсолютно этой орхидеи хватает. Так что присмотритесь. Вот есть орхидеи даже, которые не очень любят прям вот, чтобы солнце. И в зимний период покоя она у меня... в зимний период или там в осенний период она не подсвечивается. Но мы все знаем, что восточное окно... Ну, восхода солнца там не очень-то зимой бывает, да. То есть прямых солнечных лучей там нет уже. Также прекрасно себя чувствует. Эта орхидея симподиальная, да, как и все камбрии. То есть вырастает новый рост, из этого роста появляется бульба, и эта бульба отцветает, растет, отцветает, и потом через какое-то время появляется другая. Немножко расскажу вот о ее цикличности, что произойдет после того, как эта орхидея отцветет, потому что все-таки она уже год, и я поняла ее цикличность и поняла, как она растет. То есть после того, как эта орхидея у меня отцветет, я, естественно, обрежу цветоносы и устрою ей такой небольшой период покоя. В чем он будет заключаться? Я не буду ничего менять в ее местоположении, я просто перестану ее поливать. Но буду опрыскивать грунт, то есть я буду все равно какую-то водичку давать корням. Я не сушу растения в хруст, потому что если растения в хруст засушены, выйти из этого состояния, ну вот сегодня разговор о камбриях, они ну или вообще не выйдут, либо будут выходить очень долго. Этот период покоя будет продолжаться приблизительно ну, месяц-полтора у нее, где я буду делать легкие опрыскивания. И в начале, в конце зимы или в начале весны у нее появится новый рост. Новый рост появится, начинаем кормить, начинаем поить и начинаем также ухаживать за этой орхидеей, как мы ухаживали. Всю весну, всю лето она будет растить свой или один рост, или два роста, смотря сколько она выдаст. И где-то в сентябре месяце, в сентябре, может, в середине сентября, в конце сентября она даст цветоносы. Цветоносы выходят, сейчас я поднесу растение, чтобы это было видно. Цветоносы выходят из вот бульбы, да, и они выходят, получается, вот из этих пазушных листиков выходит цветонос у нее.
Бульбочка, когда выходят цветоносы, бульба еще не совсем сформированная. То есть очертания бульбы уже видны, но вот именно самой бульбы еще как бы ее нет. Она растет вместе с цветоносами, то есть увеличивается в размерах. И когда вот цветоносы, получается, распускаются, она завершает свой рост. Может быть, еще чуть-чуть нальется, но уже сильно вот такого большого, большой разницы не будет. Это алисиара. Несмотря на то, что она у меня год, она не пересажена до сих пор. Во-первых, здесь был нормально хороший грунт. Во-вторых, нормально хорошее растение. Я не видела никакого смысла в пересадке. И вообще, с пересадкой камбрии надо быть очень осторожным. Я занимаюсь вообще растениями уже очень-очень давно. И очень давно всякие орхидейные пересаживаю. И могу сказать, что вот пересадка камбрии, вот именно по моему опыту, это самое тяжелое действие, потому что эти растения действительно очень-очень-очень любят пересадок. Поэтому пересадку я делала только тогда, когда растение уже, ну вообще, оно переросло из своего горшка, уже дальше тянуть некуда. И пересадка всегда идет методом перевалки, только методом перевалки. Разворошите корни, скорее всего, растение погибнет. Поэтому, смотря куда пойдет рост, если вот от этой бульбы, да, пойдет рост вправо или влево, где еще есть место, я ее трогать не буду. Даже если она чуть-чуть вылезет из горшочка, ничего страшного не произойдет. Если же, конечно, она пойдет вот здесь прям посередине, то здесь вообще уже места нет, тут остался, может быть, зазор на 1 сантиметр, бульба расти не сможет, поэтому мне придется ее перевалить. Я перевалю в этот же самый горшок, там место есть, просто сдвину орхидею немножечко как бы подальше, чтобы здесь освободить место. Удобрением я пользуюсь долгоиграющим. Я сыплю осмокот, который прям по грунту здесь поверху, который удобряет орхидею. Это делаю я весной, который будет удобрять орхидею на протяжении весенне-летнего периода. И, естественно, удобряю жидкими удобрениями, когда не забуду я вот в этом. Поэтому я очень часто пользуюсь именно долгоиграющими удобрениями, потому что я просто забываю удобрить растение. Вот. Ну и когда не забуду, буду ее удобрять, или удобряла я ее обычным жидким удобрением для орхидей. Вот. Ну все, мне кажется, про вот эту вот алисиарку я рассказала. Посмотрите, ну посмотрите, посмотрите, какое шикарное растение. Присмотритесь действительно вот к этим орхидеям, или к этой группе орхидей. Они стоят не дороже, чем все остальные, но очень благодарные растения. И вот, будьте награждены вот таким шикарным, шикарным, шикарным цветением. А на этом все. Если вам понравилось это видео про вот такую вот классную орхидейку алисиару, ставьте пальчики вверх. Если у вас остались какие-то вопросы по именно вот этой орхидее, задавайте их в комментариях. Ну или вообще можете в комментариях писать, что хотите. Да? Если будет вопрос, я буду знать, как на него ответить. Я всегда отвечаю на вопросы своих подписчиков. А на этом всем пока. До новых встреч.